Шторм во Франции обесточил 10 тысяч домов. На западе страны буйствует шторм Кармен. Во Франции в результате шторма Кармен без электроснабжения остались почти 10 тысяч домохозяйств на западе страны. Об этом заявили в компании, являющейся оператором поставок электроэнергии в регионе, сообщает Укринформ. Так, без электроэнергии остались 4-6 тысяч домохозяйств в Британии, 5 тысяч в Аквитании. К работам по восстановлению электроснабжения привлечены 1,5 тысяч ремонтников. В результате шторма несколько десятков зданий остались частично без крыш, более 60 человек были вынуждены временно покинуть свои дома. В муниципалитете Буэн разрушен 80-метровый парусник. Кроме того, французские власти предупредили о возможной стихии жителей острова Корсика. Им советуют не выходить из дома, поскольку порывы ветра могут достигать 110-120 км в час. Между островом и континентальной территорией Франции ограничили сообщение морем. Метеорологи предупредили еще и жителей северных регионов, в частности Париж, о сильных ветрах и опасности получения травм из-за возможных полетов посторонних предметов и фрагментов зданий, оторванных ветром. Ранее в результате удара шторма Офелия по Ирландии погибли 3 человека. По материалам сайта news.com.